Казанский федеральный университет сотрудничает с многими университетами мира, имеет тесные связи с ведущими научными центрами. Поэтому у студентов КФУ есть хорошие возможности не только получить качественное образование, но и увидеть мир, найти полезные знакомства и узнать, какова студенческая жизнь в других университетах мира. В рамках Казанского университета действует учебная программа обмена Mobility Direct. Азат Кашапов – один из тех студентов, которые получили бесценный опыт благодаря этой программе. На протяжении одного семестра он учился в Лодзинском университете в Польше. Помимо учебы, у него была возможность посетить соседние города, а самые яркие и интересные места он записывал на видео. За ними как раз располагается этот главная площадь города Вроцлав. Также одноименно с главной площадью Кракова называется рынок. Буквально сзади меня вы можете видеть здание очень красивое. Оно называется Вроцлав Центр Таун Холл. Здесь в Польше я, получается, путешествовал по самой Польше. Могу назвать эту страну одной из самых красивых в Восточной Европе, да и в Европе в принципе. То есть она, эта страна очень комфортабельна для жилья, для путешествий в принципе. То есть полеты там очень дешевые. Я поездил по всей Польше, я слетал в Норвегию, в Осло, я съездил в Прагу, в Чехию, в Брно. То есть да, я смог путешествовать. Это была тоже одной из тех замечательных сторон этого международного обмена. Стоит ли говорить о том, что Азат, пребывая в Польше 4 месяца, не только приобрел бесценные знания, но и нашел множество друзей? Программа, конечно же, на первую очередь образовательная. То есть я получил те знания, которые я хотел получить, но во вторую очередь я получил знакомство тех людей. Я бы назвал этих людей маленькой семьей, с которыми вот иностранные студенты, да, именно, с которыми я даже сейчас поддерживаю отношения. Мы вот собираемся поехать друг к другу в гости. Азат Кашапов в полной мере смог ощутить студенческую жизнь Польши. Важно то, что у каждого студента есть возможность путешествовать, учиться, узнавать культуры и народы. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.